3 июля в подмосковной Кубинке на привокзальной площади взорвалась расположенная в палатке шаурмичная. Огнем было охвачено 12 квадратных метров. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Унылый облик главного транспортного узла Кубинки, кажется, давно ждал реконструкции. А после пожара этот вопрос стал еще актуальнее. Обсудить новую жизнь привокзальной площади в Кубинке решили прямо на месте. Депутаты осмотрели место пожара и сошлись в едином мнении. Куда это годится? Вот здесь вот сидят люди на остановке, да, и рядом впритык находится палатка, которая продает шаурму. Непонятно, уже не продает. Непонятно, у них были меры предосторожности, почему взорвался баллон. Здесь могли люди погибнуть. Это не должно вообще быть на этой площади. Отвечать требованиям безопасности, иметь привлекательный облик, единую архитектурную концепцию. А пока уродливые горы пластика, блеклый и унылый вид. И все это в Кубинке, в одном из популярных туристических направлений Подмосковья. Тогда как может быть, я вижу просто невооруженным взглядом, что это не капитальное строение, а оформлено как капитальное? Это, ну, как входная группа, это люди приезжают, выходят, и что они видят? Здесь должна быть красиво. Все-таки это город воинской славы. Кроме того, предстоит разобраться, на каком основании торговые точки находятся на муниципальной земле. Свыше 20 тысяч человек проживает в Кубинке, еще больше пользуются объектами транспортной инфраструктуры, какой хотят видеть площадь местные жители. Более безопасную, во-первых, наверное, более просторную, вот, потому что когда тут маршрутки наставлены, конечно, ну, даже с коляской идти не совсем комфортно. Вот. Чтобы это было чисто и чтобы это были, по крайней мере, скамейки для людей, которые ждут автобус, чтобы это было как бы нормально, а вот не хотелось бы вот эти вот палатки иметь и вот такие вот заборы. Покрашенный, обустроенный и более, наверное, инновационный, чтобы было больше пространства для торговых площадок, чтобы как-то развивать экономику города. Прежде всего чистую, чтобы не было пыли, как ветер дунет, сразу пыль. И, конечно, вот эти вот киоски должны быть современные, чистые, отвечающие всем требованиям эстетики. На эстетику и комфорт у главного архитектора округа Кирилла Завражина свой профессиональный взгляд. Над проектом привокзальной площади в Кубинке работали совместно с главой муниципалитета, принимая во внимание мнение жителей. У нас есть проект для того, как это должно выглядеть. Это показано и жителям, и согласовано с архитекторами Московской области. Вот. Поэтому мы ждем, когда решится вопрос с недобросовестными пользователями. И дальше будет реализация уже комфортного пересадочного автобусного пункта. В первую очередь, безопасное и комфортное ожидание для жителей и гостей Кубинки, разведение пассажирских и транспортных потоков. В проекте на это сделан основной упор. И, конечно, современный вид, создающий единый облик с уже имеющимися на территории площади арт-объектами. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».